Было время, когда казалось, что ресурсов бесконечно много. Но в 2030 году начался великий энергетический кризис. В нашем мире ресурсов почти не осталось. Мировые державы создали Всемирное космическое агентство, чтобы искать решение проблемы за пределами Земли. Решением стал гелиум-3, мощный изотоп, в изобилии обнаруженный на Луне. Благодаря ему человечество могло десятилетиями удовлетворять потребности в энергии. И в 2032 году человечество создало колонию на Луне под руководством лунного света. ВСА построил несколько постоянных поселений для добычи и переработки гелия-3. Получаемую энергию отправляли на Землю по революционной энергосети, системе микроволнового и передачи энергии, или МРТ. Какое-то время казалось, что все идет хорошо. Затем одним судьбоносным вечером 2054 года свет погас. Энергии не стало. Система МРТ отключилась, и связь с родными колонистами была утрачена. Из-за отсутствия на Земле ресурсов за запуском полномасштабной спасательной операции на Луне Всемирное космическое агентство было навсегда закрыто в 2055 году. Но небольшая группа бывших колонистов ВСА не захотела мириться с унылым будущим человечества. Намереваясь выяснить судьбу колонии и восстановить систему МРТ, она готовилась к полету в заброшенном пусковом комплексе в пустыне. Сейчас, в 2059 году, она готова отправить астронавта на Луну. То, что его ждет, неизвестно, непредсказуемо, но задача ясна. Добудьте нам Луну. Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов на канале Ушмыг. И сегодня поиграем в игру под названием Deliver Us the Moon. И да, собственно говоря, начинаем новую игру. Посмотрим, так сказать, прикоснемся к Луне своими лапами. Да, если можно так сказать. Ну да, постараемся. Или не постараемся. Нет, ну я надеюсь, что мы постараемся все. Очень положительные отзывы о игре, опять же. И хотелось бы также... И сегодня вечером во всем мире собираются родные и близкие пропавших без вести, чтобы вспомнить отключение МРТ 2054 года, что привело к глобальному отключению энергии и утрате связи с лунной колонией. Блэкаут вызвал всеобщий беспорядок, из которого через год было закрыто Всемирное космическое агентство. К другим новостям, недавнее образование крупнейшей в истории пыльной бури вынудило климатологов скорректировать прогнозы темпов роста экваториальной пустыни. В результате новой бури пустыня вскоре может занять 30% суши на Земле. Правительства нескольких стран обещали поддержку беженцам, несмотря на сообщения о нехватке ресурсов. Ожидается, что ближе к вечеру пыльная буря достигнет жилых зон между 49 и 50 градусами северной широты и пройдет по бывшей неземной станции МРТ Всемирного космического агентства в пустыне. Власти распорядились об эвакуации населения из зон, по которым пройдет буря. В странах северной экваториальной пустыни ожидается умеренная температура 46 градусов Цельсия. Вы смотрели международные новости с Николь Пейдж от 16 сентября 59 года. Желаю вам счастливого и безопасного дня. Да, собственно говоря, игра... Ой-о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 й
Мы можем просто R читать. Так, на Луне дальний путь, наоборот, отважный космонавт. Это нужно читать, не надо читать, отстань назад. Так. Так, хорошо. Мы готовы начать миссию, как поняли. А, ну то есть мы просто тупо одеваемся в костюм, правильно? Мы одеваемся в костюм и... Опа, загрузка. Началось все уже, да? Нанем на центр управления Фортута 1. Подтвердите радиоконтакт. Приветствие. Подтвердите. Радиоконтакт подтверждаю. Доберитесь до пусковой платформы и подготовьте ракету к пуску. Надо ее запустить до начала пыльной бури.
Смадрон Фисинкроф. 2059 год. Вот она, телец 5. На подготовку ее пуску нам потребовалось 4 года, но надо спешить, через несколько часов пыльная буря будет здесь. Если получится сейчас, миссия Фортуна будет покончена. А, да, собственно говоря, мы вот... А я Shift могу, да? Шканировать, шканировать. База данных, тарелка МРТ. Так, а что у нас по заданиям? По заданиям нам нужно что-то запустить. А, ну, ракету запустить. Да, это все понятно, но... Shift, перебежка, окей. Слили какухи. Какой-то Кэти. Кэти, хватит какать. Уже невозможно. Я не буду это читать, потому что. Эго звездам. Окей. Какие-то данные можно здесь, видимо, восстанавливать, видимо, не восстанавливать, но мы тупо бегаем. Тихо, назад вернись. Очень такое плохое, но, скорее всего, он не запустится, надо лезть, я понял. Это все очень, да, это все очень простенько. Здесь нажимаем, поворачиваем. Что-то сегодня с русским у меня не очень хорошо, да? Так, мы повернули, слезли и нажали и уехали на лифте. Правильно я понимаю? Правильно. А, ну открылась дверь, а, ну да, изнутри открыл. В смысле, не открыл, а нажал и поехали. Нет, так классно, атмосфера. Хорошо, вижу, вы на подходе к комплексу центра управления находится на верхнем этаже. Там вы сможете подготовить ракету к пуску. Очень быстро текут субтитры. Я этого, если честно, не очень сильно люблю. Так, а что такое? Почему не открываются ворота? А, на кнопку. На кнопку нажимать надо везде. О! Мы уже 5 лет не получаем из лунной колонии энергию путем микроволновой передачи. Сначала никто не верил, что передача энергии с Луны на Землю возможна. Но ВСА показала, что скептики были неправы. То же самое сделайте и вы, когда снова включите систему МРТ. Хорошо, включим. Окей, сохранение пошло. Это замечательно. А тут еще и с фонариком надо, ё-моё. То есть буря, песчаная буря, это что, Intel Stellar какой-то? Что за... Что начинается-то, ну? Собрать. Читать, тут что-то какие-то... На случай отключения питания к двери 3548. А, ну все. Нет, нет. 3548, правильно я говорю? Значит, 3548, погнали. Да, хорошо. Открыли, дальше идем. Так, слева открылась дверку. В смысле, или не открылась? Открылась или нет? Я не знаю. Так. Тянуть. Потянули. А, открыли. Ага. Куда нам не попасть, правильно? Через это. Очень перс бежит, очень не... Когда-то это здание принадлежало ВСА, но уже много лет оно является нашим домом. Мне до сих пор не верится, что скоро мы навсегда отсюда улетим. Скоро после прохождения пыльной бури весь этот регион превратится в пустыню. Какой-то магазин. Ой, в смысле журнал. Переключаем бог. Что нам это дает? Ой, какая-то загадка. Читать. Ой, не-не-не. Ребят, мы читать такое не будем. Ну, это, блин... Я не думаю, что там много смысла в этих записках. Они, наверное, для чего-то нужны, но... Как бы... какая-то медалька. Да? Читать? Телескоп, вечная память. Ну, это какая-то медаль просто, да. Все, я больше ничего не могу. Масштаб. Сканировать, сканируем. База данных обновилась. Хорошо, ладно. Пока мы не будем ничего делать. Ну, в смысле, не то, что ничего делать. Очень физика у перса очень плохая. Я пока не очень. Взаимодействовать.
Да, хорошо. Так, смотреть, читать, что это? Антидепрессанты 100 таблеток. Мы не можем их забрать, что ли? Фотка там какая-то, смотреть в память. Не забывай, кому вы потеряли в этот день. Да, хорошо. Так. Так, ну мы идем тупо по... Тут все линейно, насколько я понимаю. Не будет какого-то... А что за тормоза? За? Тормоза за за. Да, что-то с русским у меня сегодня плохо, ребят, извиняйте. Все очень так... Как... Так. А, мне нужно пере... Хорошо. Отодвинули эту какашку. В смысле? Я уже с фонарем. Враг, что ли? А, мне фонарь свой подсовывает вечно. Так. А, ну нам наверх, короче, по всей видимости. Центр управления там, да. Нам нужно запустить... Да хорош тормозить, сколько можно. Нам нужно запустить ракету, а это делается как? Через что? Почему? Так, какие-то есть здесь ресурсы, мне нужно собирать или нет? Или это не про эту игра? Это какая-то столовка, тут какой-то был день рождения. Всем спасибо. Я не могу это... Фортуна 1 состоится. Я не могу это никак... Так, здесь отсканировать, я имею в виду, потому что... А здесь что? Слушать. Мы выделили три вероятные причины отключения МРТ. Первый передатчик на космической станции Пирсон. Эрм, ты где? Идем, мы празднуем в другую комнату, все тебя ищут. Мэри, мне нужно в последний раз все это... Мы уже просматривали несколько раз, все хорошо. Идем, пора веселиться. Не быстро, сейчас приду. Истинный представитель семейства Йоханссон. Если твой отец что-то задал, мне никогда не удавалось его убедить. Ты такая же упрямая, как и он. Пожалуй, это единственное. Я просто не могу понять, почему он не восстановил подключение к системе МРТ. Он же эту хреновню изобрел, а теперь остались только мы. Больше никто его не пытается, если у нас не получится. Помни, что я тебе говорила. Если это возможно, мы это сделаем. Только об этом надо думать. Просмотри свои заметки, когда будешь готов идти к нам. Ладно, причины блэкаута. Во-вторых, проблема не могла быть в одной из колонн сети. Так, ну, если нам это как-то поможет, то... Не-не-не-не-не, мы читать ничего не будем, потому что... Я хочу на самом деле быстро... Ну, не то, что быстро пройти игру. Я хочу быстро посмотреть эту игру, а не пройти. Ни в коем случае. Нет, ребят. Если в этих записках есть какие-то важные и нужные нам информации, мы обязательно потом прочитаем. Потому что я думаю, что... Их же можно потом будет прочитать или нет? Если нет, то плохо. Ну, ладно. Я не очень понимаю, почему подтормаживает эта игра. Что за бред? Так. Хорошо, вы возле управления. Как можно скорее готовьте ракету к пуску. Так, а... и что? Ничего нажать нельзя. Так, а где я в центре? А где здесь это что-то? Где-то? Па-па-па-па. Взаимодействовать. Перезагрузка. Перезагрузка. Спасибо. Так. Расчет нового времени прибытия бури. Клэр, у нас проблема. Буря надвигается быстрее, чем ожидалось. Намного быстрее. Времени очень мало. Фортун, не останавливайся. Слишком много сделали, чтобы сейчас сдаться. Как делать двумя... Как сделать мужским голосом два женских? Кто знает. Взаимодействие. Что надо делать? Вот такое. А, не получается. Так, тогда отходи. У нас задача была... Да отойди ты, пожалуйста. Ну хватит, тут долго очень, отстань. Я понял, надо взаимодействовать с другим. Семья Скарлетт Йоханссон, да. Найти центр проблем, когда буду говорить, давайте пускай фисинку, найти на дискафандр. Это мы сделали. Включить центр проблем, А, так я же... А, закрыть оба клапана каких-то нужно, да? Пойдем, два клапана, открылась дверь, если, значит, клапана. Мы сможем закрыть эти клапана или клапаны.
Так, если что-то можно нажать, значит мы нажимаем. Опа. Поднялся лифт. И что? Зачем нам лифт? А, с лифта мы можем уехать вниз, если ли что. Поднимаемся тогда. А, значит, один клапан мы видим. Хорошо. Поворачиваем. А, подожди, мы... Отключи, пожалуйста, фонарь, да. Фонарь. Потому что я смотрю, видишь, у него на... на скафандре, короче, видишь, у него фонарь. А, он заряжается, если что. Ну, ладно. Так, залезаем сюда, отключаем эту какашку. Тогда получается. Я понял тебя, брателло, и я тебя понял. Помнишь, лестницу мы отодвигали от входа, ее сейчас сюда загоняем, и все. Не, ну, в принципе, атмосферка нормальная. Вот эту лестницу мы вот сюда вот делаем. Все, в принципе... чё? А, да. Отпустили, переключили, поднялись, передвинули, залезли по лестнице, включили. Я не очень понимаю, почему он не может зацепиться руками, то есть паркура нету, но, в принципе, если... Ну, ладно, забей. Если... Паркура нету. О, да, я понял. Надо идти через зад. Через зад идти. Идем через зад. Так, вот сюда идем. И идем, говорю, сюда. Так, вернуть вправо, отпустить. Нет, в другую сторону. Нет, на самом деле я все правильно делал. Надо было через тот быстрее было бы. Ну ладно. Мне вот так надо его прям, да, фигачить? Да, наверное, так. Все, я сделал, да, все? Да. Так, поверни. Поверни, говорю. Не поворачивай, скотина тварь, а какая? Мы отключили, теперь мы можем... Что мы можем? Хорошо, водородные клапаны закрыты. Идите обратно в центр управления, готовьте ракету к пуску. Так, идем в центр управления и пусковаем. Пускай. А, пусковой ключ. Забыл. Сорянч. Оп. Сохранение пошло. Сейчас что-то будет очень и очень важно для всей Земли. А, ну мы подготовили ракету к пуску. Хорошо. Подготовили. Дальше что? Вот так, ракета готова к пуску, надо запускать ракету, пока пыльная буря не уничтожила ее. И все, ради чего мы трудились. Минут, что за отчет пошел, я не понял. Мне в ракету надо залезть? What? А, открылся это, все вижу. Мне в ракету надо залезть? А, слушай, ну да, это Интерстеллар, так... с очень плохой физикой. Но в целом, да. Что это такое? Что он смотрит? Мы устали, типа, или что? Не, ну в целом... Не, в целом красивая игра смотрится, так что... Я думаю, можно будет попроходить. Наверное. А может быть и нет. Не знаю. Да не, ну может... Эй, чего же вы ждете? Надо запускать ракету, пока не поздно. Мы ничего не ждем. Мы как эти... Ё-моё. Чтобы до ракет долезть за 2 минуты, мы же не успеем. Ё-моё. Он сам лезет или нет? А, да, он сам лезет, это просто... А, мы попадаем прям в шаттл, типа, да? Или как это называется правильно? Да. Навигационная система ракеты работает, уже почти готова. Все, все так же, как на учениях, вы справитесь. Начать процедуру пуска. Делали. А, счет времени перед пуском начат. А, отлично, все как на учениях. Нам нужно было попасть в этот. Что нужно сделать? Так, А1, А3, Б3, Б4. Сделаем. Запускайте вспомогательные силовые агрегаты. Где? Где? А, опять эту хрень тянуть. Так. Ой. Хорош. Рукам для этого испарения на месте.
тебя включили? Система шумоподавления включена. Система сжигания водорода активирована. Стартовый двигатель готов к запуску. Ожидаю начала отсчета времени. Начать запуск стартовых двигателей. Двигатели готовы через 5, 4, 3, 1. Старт! А, мы с вами летим. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю. Так, а что там? Я не могу ничего прочитать. Что тут написано-то все? Три кнопки какие-то странные. Все странно. А сделано атмосферно, я вам должен сказать, если... Ну да, атмосферненько так. От первого лица, там мы бегали от третьего. Так, то есть мы сейчас отправляемся на Луну, правильно или нет? Или да, или нет? Сейчас будут происходить всякие штучки, прикольно. Ракета вошла в атмосферу, Фортуна-1, ваш полет начался. Хорошо, и чё, где, кто я, где мы? Так, а чё... А выполнена отсечка основного двигателя, отделение ступени, зажиг... А, ну мы Землю покидаем, правильно я понимаю? Это же не Луна? Когда первые астронавты отправились на Луну, всего 100 лет назад им, наверное, открылся потрясающий вид. В то время Земля была полна жизни, а сегодня у нас только пыль. Если сможете восстановить работу сети системы МРТ, то, возможно, вернете надежду, утраченную после падения лунной колонии. Мы сможем восстановить, отстроить, а главное, начать думать о будущем. Вам нужно будет найти передатчик системы МРТ на космической станции Пирсон. Оттуда энергетический сигнал передавался на Землю. Это будет последнее звено в сети МРТ до блэкаута. Если ответы им можно где-то найти, то на станции Пирсон. Лэр, надо спуститься в убежище, уж очень ветер усиливается. Понятно, Фортуна-1, буря будет глушить радиосвязь. Какое-то время будьте в одиночестве. Чтобы добраться до станции, нужно... Да, я понял. Нужно что-то придумать самому. Прошу вас, добудьте нам Луну. Задачку. Запустить ракету. Двоим вторым этапа. Так, окей. Тут все очень просто. Мы запускаем просто то, что мы видим, и все. Зажигание готово. Оп. Ага. Но мы вроде как справились с вами с задачкой. Непосильной. Непосильная задачка была сделана на высшем. Ну, Шмыга по-другому не умеет. Шмыга может только по высшему разряду разобраться с... А, так это просто был... Это типа просто была заставка. Deliver us the moon. Ну, да, собственно, как-то так. Как-то так, да. Ну, в целом, как бы, в целом, ну да, хорошо, ладно. Не, ну такой, знаешь, типа, как в фильме про марсианина, такое некоторое вступление, которое должно нас к чему-то подтолкнуть. Или не подталкивать, не знаю. Ребят, если я остановлю, да, эту серию, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте л... А, подождите, сейчас мы досмотрим. Сейчас мы досмотрим, и я... Ну, я остановлю эту серию, да, потому что... наверное, сейчас будут какие-то задачки интересные, мы их, в принципе, с вами будем решать. Или не будем решать. Нет, ну, конечно же, будем, да. Да, вот на этом я и остановлюсь. У нас есть задачки, пристыковаться к станции. Ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмэга, всего хорошего!